Вы его не видите, но он уже здесь. Он уже у вас за спиной. Спуктябрь. Он вернулся. Вот почему так много хорроров. Октябрь же начался, точно. В том же году он очень мало сделал. Да, да, да. И в этом году, походу, решил нагонять. Delivery man. Курьер. Это, судя по всему, я. Что с качеством? Мышь, васт для движений. Нажмите окей. Хорошо. Что тут темно как-то. Это моя последняя остановка. После того, как я доставлю эти 5 посылок, я закончу. У Алёши еще темнее, он вообще как-то чуть ли не пропадает почти всегда. Чем на сегодня. Окей, я люблю быть законченным на сегодня. Доставить эту посылку, да. Посылка в комнату 206. И где у нас комната 206? Возможно, она рядом с комнатой 205, но я не уверен. Кто его знает? Окей. Там застрял кто-то или чё? Ты меня просишь о помощи? Это вентилятор. Да? Это комната 206? Я вижу там точка какая-то, и когда я навожу на вот эту мусорку, тут типа... У, Китя! Китя! На такая, на! Чё ты, да такая киса? По-моему, она просто поздоровалась. Типа, здорово. Окей. 5 хотела дать. А если я... Комната 206. Так, это комната 101. Ну, 206, наверное, на втором этаже будет. Разумно. О. Ветер что-то поднялся. Как-то... Ты, может, поднимешься? Зачем ты туда идешь? Окей, я понял. Мне не туда. Хорошо. 205. Так, ну это должна быть 206. Так, на, забирайте. Распишитесь, получите. Что мне сделать надо? Постучать в дверь? Пока что нет. Давайте в домофон позвоним. Просто оставь возле двери посылку. Ну ё-моё, чё? Действительно. Зачем? Чё бы нет? А если зачем украдут? Зачем вот это вот всё? Зачем вот эти вот социальные взаимодействия? Эй, алё, посылку свою заберите, пожалуйста. Мне ещё другие доставлять надо. Или... Ебучий случай, ты чё? Доставлять надо. Или... Ебучий случай, ты чё? Испугался открытой двери. Испугался рандомной хрени. Это по-нашему. Мужик, кто так делает? По-моему, он просто бухал. И он с похмелья. Да, он бухой. Аух! Приятно познакомиться, аух. Вас слишком долго не было. Проваливайте отсюда. Он бухой именно сейчас. Если завтра возле твоей двери появится куча дерьма, то ты не удивляйся. Ладно? Если бутылку выкинуть. А мог бы мне ее на чай отдать. Так, ладно. Может, нет, там точно что-то есть. Тут 100% что-то... Эй! Алло! Чё, любопытный слишком? Окей, а? Няшка, вайфу. Окей, грудастое аниме. Это чел? Нет. А, нет, тут... окей, это не чел. Я нашел банку с грудастой аниме девочкой. Это хорошо? Это хорошая японская примета или... Так, ладно, еще одна посылка. Погнали. Какую на этот раз? Посылка Б, посылка С, посылка Д, посылка А. Ну давайте в алфавитном порядке и доставлять будем. Окей, здесь, видимо... Местные жители забаррикадировались таким образом. Класс. Ладно. Мне сюда, я так понимаю? 500? Нет, стоп, 302. И что мне делать? Это лифт? Ну, с другой стороны, лестница, наверное, тоже есть. А, здесь лифт работает! Найс! А? Эй. А все? Может, он только для жителей, типа, этого дома? Я не знаю. Ага, по биометрии распознает их. Пустите, пожалуйста, на лифту покататься. У нас нету... Там, откуда я родом, такого чуда света нет. Плиз, я родом из бедной... африканской страны под названием... Казахстан? Зимба...
Б, может быть, я и не похож на африканца, но это правда. Пожалуйста, пустите меня. Я всегда мечтал покататься на лифту. О! Сработало. Какой он страшный. Найс. Окей, погнали. Пятый этаж. Обычные лифты в России похожи. Пятый этаж, я иду. Я еще никогда так высоко не поднимался. Там, откуда я родом, такие высокие дома не строят. Так, 502 комната. Комната 502. Может, хоть здесь меня никто ничем кидаться не будет. Комната 502. Какие-то будет тот же мужик. Может, хоть здесь меня никто не... А, мне показалось, что щель в квартиру просвечивает. Никто кидаться не будет. Давайте постучим в дверь. Ау. Ё-моё. Здрастите. Китя, можно погладить? Посылку Пожалуйста. Отдай. Спасибо. У меня есть награда для тебя за хорошие услуги. Что это, я Кити посылку доставил? Ты любишь Кить, не правда ли? Погоди, откуда она знает? Как она могла это узнать? Забирай ее и проваливай. А. Что, она... Я уж подумал, что она ему кошку отдает. Я тоже. Дали банку. Я думал, она мне кота отдаст своего. Но... Видимо, она пригодится. Ну да. Слушай, ладно. Скорее всего, тому, кто у мусорки сидит, дать надо. Ну да. Я думаю. Кажется, что это древний японский бог в виде Кити, он благословит, даст защиту от проклятых существ. Которые живут в этом доме, которым надо отдавать посылки. Ну окей. Да. Хотя бы так. Хотя бы она в меня не кинула этими консервами. Видимо, ты их не выкидывай. Покормим ту Китю. Там, откуда я родом, нету никаких Кить. Китя, на, ешь. А вскрыть банку не? Вот глупая, надо же открыть ее сначала. В этой стране очень глупые кошки. Ну ладно. Я думал, она мне может что-то взамен. А, собавься просто. Китя? О! Теперь здесь открыто? Кохей, как ты поживаешь? Как твои новые апартаменты? В предыдущих апартаментах тебе пришлось переехать, потому что жители не были очень добры к тебе. Хорошо ли все на этот раз? Прежде там жили люди, которые насмехались на людей с какими-то недостатками, верно? Я говорил это уже много раз. Ты в той ситуации не ты был плохим, не надо себя винить. Также не будь нетерпелив по поводу... получение новой работы. Кохей, ты мой сын, с тобой все будет в порядке, вещи наладятся, мама. Окей. Моя мама наверное, была котом. Наверное, это все будет хорошо. Наверное, это все будет хорошо, они вещи наладятся. А ты кто такой? Не Кохей. Подсматривай, как я роюсь в мусорке, это неприлично. Вас вообще здесь никаким манерам, что ли, в этом доме не учат? Че ты уставился? Эй! Какой-то он страшный. Все в порядке, Сер? Я не играю в это, но почему мне страшно, блядь? А потому что оно еще такое мудное все, это же вот этот вот стиль игр. Да, PS1, блин. Может мне подойти вам? Нет? Ладно, хорошо. Я хотел, очень сильно хотел подойти, но раз вы на зомбака говорите, похож нет, какого-то. Мне не нравится да. Все связанное с этим городом, с этой улицей. Я хочу уехать отсюда как можно скорее. Я... посылка Б. Окей, берем посылку Б, доставляем последние 3 посылки и уезжаем отсюда навсегда. Так, это значит 4-й этаж, это значит нам опять придется воспользоваться лифтом. Ёпарас, это что это за звуки? Йо-воу-воу-воу-воу-воу, окей. А хрен нас два. Я могу отсюда как-то? Нет. Наверное, надо на какой-то другой этаж. Да, и да. Подняться или спуститься. Мне кажется, лифты не должны такие звуки издавать. Но я не уверен. Опять же, там, откуда я родом, таких вещей не бывает, поэтому... Видимо, на 4-м этаже живут прям очень такие нелюдимые человеки. Комната 401. Так, стучим в дверь и отходим. Потому что ее сейчас очень резко откроют. О, нет. Лучше бы ты ее открыл очень резко. Почему ты открыл ее очень резко? Алло? Привет. Держи это тебе. Типичный задрот. Я напуган.
Я что, один единственный? Ты что, не напуган? Все это место. Словно я становлюсь его частью. А, впрочем, не важно. Забудь об этом. Окей. Мне это нравится в играх, короче, какую-нибудь речь толкают, супер важен и с глубоким сном. А, ладно, забудь об этом. О, мне? Я не покидал комнату в... Я не знаю сколько. Я перестал уже считать. О, верно. Ты здесь, чтобы доставить посылку. Не знаю, могу ли я доверять тебе и твоей посылке. Такое ощущение, что это какие-то заброшенные старые дома, и там живут призраки бывших жильцов. Кто знает. А мы призрачные доставщики. Я не могу тебе доверять, пока ты не поговоришь со священником. Он сказал, что живет в комнате номер 105. Братан, ты серьезно? Там, откуда я родом, священники. Наоборот. Вестники беды. Комната 105. 105. Там, откуда я родом, комната 105 называется комнатой 105. Постучать в дверь. Тук-тук, мне дали ачивку. Какой счастливый, почти молодой человек. Ох, уж эти въебные модельки в этих играх. Ох. Судя по всему, Мичиру послал вас сюда. Я местный священник. Больше ничего не говорите. Я могу почувствовать, что ваша посылка проклята. Но сперва мне нужно сделать подношение. Прежде чем я смогу... осветить этот объект или типа очистить его. Monetary that is. Что это значит? Типа он денег у меня просит, что ли? Цк. Что значит monetary? Что ты от меня хочешь? Мне что ли за твою посылку платить? Цк. Мне нужны деньги. Да, да, да. Прежде чем... Братан, козел. Серьезно? Здесь есть красивый красный скутер. Красивая красная веспа. Забирай. Она не моя, но я ее тебе отдаю. О, та самая бутылка! А посылка где? Бутылка воды. А есть инвентарь. Я не думаю, что священник примет это как оплату за мои услуги. Хочешь попить? Нет, не хочешь? Ну ладно. О, всемогущая мусорка! Сделай мне подношение! Нет. Еще только письмо. Ладно. Возьми другую посылку там, достать. В том страшном черном переулке. Может, их можно просто было сразу все взять? В переулке что-то есть. Может быть, здесь дают деньги? У нас в Зимбабве. В Зимбабве все именно так и устроено. Реально, ни хрена не видно, еще почему-то такое ощущение, что Алёша специально качество похерил. Потому что на нем оно вон. Между прочим. Покоцанное. О, Китя! Нет, это пёсик. Несите! Но тоже ничего, тоже пойдет. Отдай, письмо, пожалуйста. Тоже. Наверное, где-то собачью еду надо добыть. Делаешь? Может, воды ему отдай налить? Конверт. Да воду налить. Окей, я не могу у него забрать конверт. Видимо, его тоже надо накормить. Я тут не знаю, как мессия какой-то. Всех кормлю, деньги всем даю. Все за всех делаю. А теперь я вообще где-то потерялся. Молодой человек. Молодой дайте молодец. Денег. Вы поговорили со священником? Напрямую? Как же вам повезло. А, я только обменялся с ним словами... Обменивался с ним словами через домофон. А, так ему нужны деньги? Что ж, конечно же. А, то, что говорит священник, всегда верно. Вот дайте это ему. Убедитесь, что дадите ему это как можно скорее. Я не хочу, чтобы священник ждал еще больше. Сколько он мне денег дал? Деньги. Он просто мне дал деньги. Деньги. Одну деньгу. Он догадается, что надо водичку налить собаке. Священнику. Ну, может, и не надо. Может, и не собаке. Одну деньгу. Да. О, в моей стране может... Может, он и пробовал, это могло остаться за кадром же. Да многое ну, купить да. На одну деньгу. На, забирай свою деньгу. Я ж не догадалась. Дайте-ка я переп... Тем более я не догадался, ты догадался, что воды можно налить, наверное. Ну, попробовать стоило, как минимум. Проверю количество. Подождите-ка. Что? Цк. Этого ни в жизни не хватит.
Неужели Мичуру думал, что сможет просто так с этим уйти? Этого не хватает. Спросите, чтобы Мичуру принес мне еще. Да ты охренел! Предприимчивый дед. Этого у тебя не отнять. Да по всему этот Мичуру даже не в курсе, что это за посылка. Одной деньги деду оказалось недостаточно. А кому в наше время достаточно, спросите вы? А я отвечу вам. Простому иммигранту из Зим. Б. Работал 3 года, чтобы заполучить 1 деньгу, а ему тут за 1 вечер не хватает. Что? Этого не хватило? Прости меня, священник. Я надеюсь, этого хватит. Вот это все, что у меня осталось до конца месяца. Мне придется просить моих родителей, чтобы они дали мне все. А письмо он читал не про него? Нет, Кахей там был. А, да, там Кахей был. Точно. Замечательно, но не мои проблемы. А, забирай свои деньги. Дай-ка я перепроверю. Подожди. О, этого хватает. Почти что. Да ты охренел! Я прощу ему это на этот раз. Давай начнем ритуал. Попить не хочешь? Мичуру, ты там? Мичуру. Привет. На, держи. Да простит меня священник. Теперь я готов забрать посылку. А теперь уходи. Класс. А можно чаевые хотя бы? За ваше мудатство ебаное. Гонял туда-сюда сколько времени. Я не заберу эту посылку. Вот в моей стране. Так, посылка С или посылка Д? Да возьми посылка обе. Посылка Д у нас самая большая. Давайте сначала посылку С доставим. Предпоследняя посылка. И Добби будет свободен. Так, 305. Я разве не доставлял сюда уже посылку? А, стоп, 306. А, вот она, 305, окей. Постучать в дверь. Так, прячемся. На всякий случай. И никто не откроет. Ага. Молчит, значит, падла, да? Окей. Медленно раскрывает. Сердце. Сыкунишка. Я не вижу, что там кто-то был. О-оу. О, нет, у меня мурашки. Сер? А? Бля, тут просто, правда никого просто нет. Просто положи ее здесь. Просто положи ее здесь и все, и уходи. Ну ё-моё. Вот сюда прям положи. Ну что, зачем тебе дальше-то идти-то, ёп? Дверь закрылась, да? Походу. Всё, ГГ. О, дверь открылась. Всё. Я буду прямо там? Где? Прямо здесь. Кто? Поймите, сэр, я обычный курьер из Зимбабве. Бэбву Зим. Мне не нужны неприятности. Просто хика. Неприятности. Ночной долбоёб доставщик и хика. Понял, какой-то призрак. Это очень естественно. Там, откуда я родом. Не бывает женщин. Извините меня за такую бестактность. Это должно быть ваша посылка. Хей. Что вы делаете? Физика какая странная. Это для кровати. Эта штука, на которую матрас кладут. Вы же поможете мне ее построить, верно? Выровнялась. Кажется, я понял. Ха. Построить кровать. Да? А где? Хорошо. Давай построим тебе кровать. О, она учтиво... учтиво пометила, где надо строить кровать. Что ж, хорошо, я понял. Я все понял. Ты хочешь использовать мои профессиональные навыки и платить в 2 раза меньше, да, хитрая стерва? Хорошо. Я уважаю такое. А что, где она? Вроде все. Ау. А фонарик можно включить назад?
Свет. Миссис Хитрая Стерва, вы где? Обиделась. Ну я пошел. Всего хорошего. Почему она не открывается? А теперь писечку. Писечку? Скорее какочку. Вы, Давид. Миссис Стерва. Алёшечка. У вас потолок? И будет поленький. Протекает. Ёп. Да подумаешь. У нас в Зимбабве такого навалом. Пусть. И ничего. Ну я пошел. Всего хорошего. Так, получается, это комната 305, то есть над. То есть комната 405. Будет протекать. Да, я, кажется, знаю, куда следующая посылка меня направит. Это моя зимбабвейская интуиция. Так, ладно, последняя посылка. Я бы сходил к собачке с водичкой. Посылка D. Это все лучше, чем идти в сраные комнаты. Пусть это не будет 405. Ты видишь, у нас еще полвидео. Да. Комнаты. Только не 405 комната. Только не 405 комната. 202. Окей. Комната 202. Ладно. Опять это сраный вентилятор. А собака? А собака с ее письмом? Собаке вода нужна, а не... Да ладно, чё я выёбываюсь? Все мы так тупим, когда играем. На самом деле. Еда, да? Окей. Окей, иду на помощь. Там, откуда я родом, просто нет собак. Их съедают слишком рано, поэтому на, держи. Да, действительно, водичка. А, Кохей, ты уже привык к новой обстановке. Ты сказал, что пытаешься наладить со всеми отношения в новой квартире. А, как у тебя это получается? Я знаю, что ты очень добрый. Я надеюсь, что другие люди тоже это почувствуют. Начни для начала с одним человеком, а затем, типа, знакомься с другими. Ты постоянно думаешь пессимистично, попытайся мыслить позитивно. А, кстати, как твоя собака? Акичи, не так ли ее зовут? Покажи мне свою собаку в следующий раз. Окей, мама. Мне кажется, это как раз Акичи. Ну да. Это ты моя собака, типа? Почему мне кажется, что там у чувака были глубокие беды с башкой, но мама его ограничила с тем, что не мысли негативно, мысли позитивно. Вероятнее всего. Ну, хозяин из меня достаточно дерьмовый. За это извини и прощай навсегда. Скорее всего, этим вечером меня съедят. Так ты ж не Кохей. Скорее всего, ты призрак. Доставляющий призрачные посылки призракам. Все может быть. Это человек? Ну, привет. А, это Кохей. Судя по всему. Судя по всему, моя собака была. С чего ты взял, что это ты, Кохей? Подожди! Грязный собачий вор! Отдай моего пса! Так, сука ты такая, где моя собака? Мало того, что меня этим вечером сожрут. Все, теперь думаю, присвоил, да, пёс. Приватизировал. Меня собаку украли. Ну ё-моё. Комната 202. А разве коробка не должна быть чуть больше? А вот, кстати, 202. Постучать в дверь. Может, позвонить стоило? А это как раз Кохеевская. Затемнение ни к чему хорошему не приводит. Затемнение ни к чему хорошему не приводит. А ничего, что ребенок выбежал? Бывает, у меня также собака сбежала, ничего страшного. Ну, видите. Мой малыш. Вы должны мне помочь его поймать. Ой. Да, должны, правда. С чего бы? Mm-hmm. Там, откуда я родом, детей не бывает. Ну и куда он свалил? Как мне понять, где он? Микрочел, ты здесь? Окей, микрочела здесь нет. Микрочел! У-у-у, банка! Еще одна тянка. Бесплатная банка! Класс. Мое любимое. Гули-гули-гули-гули-гули. Лучшее, что в этой игре было, это кот, собака и банки. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Макота. Да. Ну и то, как Алёша обсирается, естественно. Кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись. Гу-гу-гага. Гага.
Ну это уже лучше, да, не Google, в игре, я видел. Прошу прощения, мэм. Да. Он безвозвратно потерян навсегда. Здесь ничего, что я мог бы сделать. А сама-то ты что не идешь искать? О, помогите найти, сама стоит и не идет искать. Там открыта дверь. Гули-гули. 403. Гули-гули. Ой-ой. Гули-гули. Не ешь меня, не ешь меня, не ешь меня. Там фотография холодильника у кого-то. Что здесь за извращенец живет? Кто вешает на входе в свою квартиру фотографию своего холодильника? Ну, я надеюсь, это хотя бы твой. Люди держат себя фотографии того, что они любят больше всего. Холодильник. Кстати, разве типа 4? Это же типа и... Да! Еп, еп. Комната 404, да? С ней что-то связано, да? Типа японцы же боятся цифру 4 вроде как. Га-га-гу-гу, священник. Нет, реально, куда этот пиздюк убежал? Что так с ним не так? Так я все этажи уже проверил, алло. Куда мне еще-то идти? Смотреть под ноги для начала. Может он решил уехать в другую страну, может мигрантом решил стать. Окей, может все-таки вот эта приоткрытая квартира мне нужна? 403. Ну типа я... А это не та самая? Холодильник. Это не... Оу. Сколько холодильников, реально. Холодильники. Ну, самого холодильника что-то я еще не увидела. Эй. Эй. Господи, какой отвратный фонарь, ни хрена не видно. Че там, что-то лежит? А той тетке, интересно, очень сильно нужен ее сын. Всегда же можно нового завести. Да, это так и работает, Алёш. И здесь? Сына. Гули-гули-гули. Гули-гули. Гули-гули. Мне кажется, он сейчас 404 должен пройти через балкон. Стопудов. Заебись. Прикинь, на малого скину. Открыть-закрыть. Давай открыть. А здесь закрыто. Так, дай угадай. О-оу. Дай угадаю. В том горшке ключ. Да тут же труп, нет? А, нет, это не труп. Ни хрена не видно, блядь. Мне надо туда сходить, найти его, и я смогу открыть ту дверь, да? Или нет, или чё? Чё, это музыка? Можно я пойду, пожалуйста? Нет. Блин. О, блядь, как мне здесь не нравится. Как мне здесь не нравится. Как отсюда выйти? Пожалуйста. Как? Ключевое в этом всем как? Просто да. Как? Это что такое? Как под ты себя? Ты зеркало такое, что ли? У тебя сидячий ван типичный. О, ребенок. Не-н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 е-
вокруг. Ну, чё? Я просто говорю, Даша, в плане, как будто я погружаюсь, как будто я сама сейчас играю. Маленький дармоед, где бы ты ни был, а ну вылезай. Ты тут? Эй! Ах ты маленький ублюдок. Засранец малолетний, а ну иди сюда. Все, пошли. Мое. А где выход? Теперь ты мой покемон. О. Понял меня? Что это было, блин? Запись лаганула. Лаги. Ясно, да. Окей. Все было проще, чем я думал. Да, теперь надо спуститься вниз. Окей. Это напряжно. Все нормально, все нормально, все нормально. Я назову тебя Арагорн. Он... Если ты навсегда будешь моим... Тут, там же заблокировано, и тут только лифтом попадать. Да, но у него руки заняты. Ну мало им будет нажимать. С ребенком. Знай, тебя никто не будет любить. И всю жизнь я тебя буду презирать. Ему на второй же этаж, а не на но третий, но зато нет? У тебя будет крутое имя. Там на какой-то этаж нельзя на лифте попасть. Так, Арагорн, на четвертый лифт. О нет. О нет, о нет. Арагорн? Арагорн? А кто ребенок-то делся? Где Арагорн? Какого хрена?
В инвентаре его тоже нет. У него ничего в инвентаре нет, кстати. Да ё-моё. О, лестницы. Лестницы какие-то появились, пожарные. И опять посылки? Деньги! О. Зарплата! Может, посылки все можно взять? И что мне с ней делать? Ну давайте 401. Окей. То есть мне опять это все доставить, что ли, сейчас надо? 202. Так, ну давайте 202. Тут какая-то целая система с этими... С этими лестницами. Так, 202. Дневник. А, малыш вышел наружу этим утром, он очарователен. Это сын, это ребенок Марико из комнаты 202. Как только Марико заметила, как я смотрю на ее сына, она схватила своего сына и затем затащила его домой. Пожалуйста, держитесь подальше от моего сына. А, я что... Типа бактерии для нее? А? А? Что такое бактерии? У нас в Зимбабве такого нет. 206-я, вот она. По ночам мистер Такео из комнаты 206... Почему мне кажется, это дневники этого Кахея? Искал коробку, наполненную пивными банками. Я сказал, не возражаете, если я вам помогу? Какого хуя ты пытаешься мне помочь? Если у тебя есть время помогать, тебе не стоит быть на велфейр. Не знаю, как это переводится. Ты просто бремя для общества, сказал мистер Такео. Что? Интересно, думают ли люди вокруг меня то же самое? Какие-то странные звуки. Токсичный дом какой-то. Я сюда не переезжал. Тут все странное. Комната 305 теперь мне нужна, да? Комната 305. А, Ариса из комнаты 305, студент. Также она работает на полсмены в ближайшем продуктовом магазине. Я могу по ней сказать, что она работает очень много, и я это уважаю. Когда я думал, что она не скажет мне привет после того, как мы прошли мимо друг друга в первый раз этим утром, она сказала, ты что, меня преследуешь? Ты уродливый урод. А, я ее не преследовал. Какие они, сука, реально гнусные все. 502 комната и 401 мне теперь нужны. 402, 400... Ой, да ладно! Окей. Она прямо там. Единственная огороженная на четвертом этаже комната. Так, спуститься вниз. Я готов поспорить, в одной из этих комнат там будет не конверт, а я не знаю, чья-то страшная рожа вылетит. Я думал, что смогу подружиться с Мичару Саном из комнаты 401, так как мы ровесники, но я никогда не видел, чтобы он выходил из своей комнаты. Я решил навести ему визит. Он наконец-то вышел на третий раз. Я не думаю, что кто-то сможет подружиться с таким, как ты, сказал он. И после этого он мгновенно закрыл дверь. Че с ними не так, Рилли? Че здесь за челики такие живут, токсичные, я не понимаю. Так, осталось только посылка 502. Может быть, хоть там, может быть, хоть в 502 комнате живут хорошие люди. Чё-то я сомневаюсь. Очень. Я на тебя рассчитываю. Я, кстати, не помню, чтобы я сюда посылку какую-то доставлял. Может, ну, кстати, живем, да. Кстати. Сегодня я дал банку кошачьего корма Эрике из комнаты 502. Также у меня есть собака, так что я надеюсь, что они смогут поладить. Она сказала мне, что я был отвратителен, а я-то верил, что не бывает плохих людей, которые любят животных. Мне было обидно, но... Но... Какие же они все токсичные ублюдки. И чё дальше? Это... Мне прям все жальче и жальче, пацана. Но что? Ну да. Что они за больные ублюдки-то? Но... Эй. Ну я пошел. Моя смена все. Странный рабочий день. Но у меня там, откуда я родом... Что еще-то я должен сделать? Я же все доставил. А, деньги. А это не мне, что ли, деньги? Класс. Я думаю, это мне, типа, за работу денег дали. Я их что, кому-то еще отдать должен?
На, забирай. А? О. Он осветил лифт. Спасибо. Да прочитай, что там освещен. Выдали. Я этого не забуду. Как я забыл про Арагорна. Прощай, Арагорн. Зачем он в лифт зашел? Ну, мне кажется, он явно пропустил бумажку. Он осветил лифт. Забыл эту систему, ты даешь что-то, тебе бумажка влезает. Я этого не забуду. Проебався. Как я забыл, прощай, Арагорн. И начались эти... Да-да-да. Прекрати. Что? Тебе жутко от этого? Нет. Я звучу как долбоеб? Да. Хорошо. Затягиваешь видео, по-моему. Это что за звуки? А зачем ему в лифт вопрос? А я не могу. Я сука! Не знаю больше, чего какнуло от него или от твоего возгласа, или от всего вместе. Мы как-то либо слишком сконцентрировались, либо потерялись. Он просто так неожиданно выбежал. Я просто была сосредоточена, чтобы узнать концовку истории. Тут как бы вроде бы какой-то обламинго, еще много видео. А что дальше-то? Арагорн? А я не могу выйти. Я опять дернулась! Почему? Да, я уже знала, что будет, но какой-то вот такой эффект, вот этот, вот выскакивает, бежит, и вместе еще с этим звуком вот какой-то эффект, который создает это, да. Я просто хотел посмотреть на Алёшу, на испуганное лицо. А я не могу выйти. Я не рассмотрел чела. Да, мы такие же. Усрався. Арагорн повзрослел. О, ты на месте, Арагорн, да? О, как я рад тебя видеть-то, мать твою. Какой ты... Какой ты умница. Не понял. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, все, хорош, хорош. Package delivery, все, посылка доставлена. Всего хорошего, я больше не хочу в это играть. Delivery, все, посылка доставлена. Всего хорошего, я больше не показалось, не что там было лицо. О, там цифра 4. Всё, можно я пойду? На полу. Всё, всего... На земле. Всего... Всё, вставлено. Чё, не смотрел совсем? Всего хорошего, я больше не хочу в это... Где? Да вот, как будто цифра 4 специально. Но это на же не... На самом деле это разметка для парковки. Играть. Да. Ну такое ощущение, что так можно я пойду? Сделал. Может, всё, может. Всего... Ну, сначала всего самого наилучшего. Все может быть. Я лягу в ту мусорку и буду в ней жить. Можно? Пожалуйста. Да ладно, еще одна. Доставить эту посылку? Нет! О, блядь, да ладно, я что, должен это сделать? А что ты думал? Походу, она к раскахею. Что это? Комната 404. Да за шо? Уже не будет. Да? Уже не будет, да? Постучать в дверь. Hello. Ну, интересно, видео так называется из-за того момента, где он срався, или будет еще момент, где он срався? По-моему, он все видео какает. Ну это же специальная такая атмосфера еще этих японских ужастиков. Да. Hello. Так говорят у нас в Зимбабве. Кстати. Мне показалось, там кто-то стоит. Звони. Hello. Подальше отходит. А то опять такой, чувак побежит. Окей. Позвони ты, звонок. Позвонить в домофон. Ну все, нету никого дома. Забирай себе посылку. Да, 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 надо туда идти, надо туда идти. Ты сразу не хочется. Ну вон же там что-то. И опять этот звук, по-моему. Есть.
Да брось ты эту сраную посылку, да сваливай отсюда. Мне все-таки кажется, это зря он это пропустил письмо, но он, видимо, уже на страхе и на панике подзабыл. Что надо сделать это? Что это? Я не понимаю. Welfare документ. Что это? Наверное, аренда. Don't speak Englandia. Ой. О, холодильник. А это вот тот самый холодильник. Легендарный. Походу, там трупец. Загляни туда. Там трупец. Ну и что это? О, нет, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Это холодильник? Виной всему? Центр зла? Парнишу что, убили, что ли, этого кофе? Все, я понял. Все, хорош. Тайм-аут. Тайм-аут. Все, все, все. Так а почему я вообще понял, они считали это мерзким и так далее? Я не знаю. Типа они ёбнутые совсем? Или что с ним было не так? Холодильник. Даже если с ним что-то было не так, это же не причина вот просто так незнакомого человека назвать, что он мерзкий, отвратительный и так далее. Ну как бы да. Лишний раз, хорошо. У них тоже есть чувства. Может мне уйти надо отсюда, я не знаю. Ни хрена не ББ? Видно. Может холодильник еще раз надо дернуть? ББ? Видимо, не ББ. Ну, открой его, что ли, я не знаю. О, что-то пошло. Не смей. Все лагает, я не понимаю. Я знаю карате. Лендлорд. 53. Арендодатель. Чего? То есть это еще не все? О, какое все четкое. Фонарик. Относительно. Чипацы вон всякие есть, какие-то кассеты. Вот почему оно было это, бегало по экрану, типа это на кассете смотрел все это время получается. Типа арендодательские, того. Наверное. Так, это у нас получается бумаги какие-то. Арендодательские, наверное. Так, это у нас получается комната 101. Так, и чё мне? Подожди, ты тоже живёшь в одном доме с поехавшими долбоёбами? Получается, да. Опять 401, здесь тоже точки, но всё закрыто. Надо в 404, я думаю. Здесь закрыто. Здесь закрыто. А, ё! А здесь не закрыто! Окей, здесь было не закрыто, оказывается. Да что так фонарик-то это бесполезно светит? Я так-то не видел ни хрена, теперь тем более. Эй! О, нет, здесь был холодильник. Холодильник украли? А? А можно не на работяцком? А? Класс. Ой-ой, там что-то. О-о. Не в этот раз, козёл. Не в этот раз. Где квартплата? Квартплата! Отдавай квартплату! О нет, это что? Это человек-холодильник? Я ни хрена не понял. Там пар от него исходил. Человек-холодильник? Ну, кстати, да, пара исходит. Нет, это что? Это человек-холодильник. Человек. Я видел, там пар от него исходил. Челодильник. У него были ноги. Эндинг 2. Здесь несколько концовок? Здесь несколько концовок? Какого хера? Окей, ну... хорошее начало с октября, да. Я так рад играть целый месяц в хоррор игры.
Ну что ж. Ой, Алёша, мы тебя видим, хорошо видим теперь. Обалдеть. Надеюсь, вам понравилось первое видео с Пуктября. Вывод из него можно сделать следующий. Не прикасайтесь ни в коем случае к своему холодильнику. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Покедова.